В текущем году Центр управления восстановлением ДНР выделил почти 400 тонн продуктов на бесплатное питание граждан в социальных столовых. Пресс-служба ЦУВ ДНР сообщает, что в 2015 году ведомство распределило на обеспечение нуждающихся жителей Донецкой Народной Республики бесплатным питанием в социальных столовых почти 400 тонн продовольствия, поступающего с гуманитарными конвоями Российской Федерации. Согласно распоряжению главы ДНР номер 57 от 29 апреля 2015 года, в этом году распределено 393,5 тонны продуктов питания для обеспечения бесплатным питанием жителей республики в социальных столовых, проинформировали Центры управления восстановлением. Сообщается, что всего в ДНР функционирует 29 пунктов бесплатного питания, которые находятся во всех крупных городах и районных центрах республики: Донецк, Енакиево, Торез, Иловайск, Докучаев, Углегорск, Тельманово, Старобешево и Амросиевка. В социальных столовых бесплатно питается около 5000 человек.